Итак, матча Интер сейчас находится на втором сборе в Австрии. Уже несколько дней тренируемся, провели один контрольный матч. Что можешь сказать о ходе тренировок и о сборе в целом? Ну, конечно, да. Мы начали вот второй сбор. Готовимся очень серьезно сейчас за Еврокубках. Начали хорошо тренироваться, провели один контрольный матч, конечно, удачно. Ну, сейчас еще ноги тяжелые, конечно, но стараемся, чтобы с каждым тренировком, с каждым игром у нас получалось все лучше, принимали решения тренера, чтобы еще лучше стали, конечно. Тренируемся два раза в день, и тренировки довольно сложные, такие нагрузки есть, физические упражнения и другие занятия, и в том числе и с мячом. Что можешь сказать, не трудно ли, справляетесь с таким темпом интенсивным? Ну, мы уже привыкли на эти тренировки, они, конечно, хорошие. Но это понятно, что сейчас уже накопилось усталости, что ноги тяжелые, но это в этих сборах понятно. Сейчас начинаются уже игры, думаю, уже свежести, конечно, будет чуть-чуть получше, и чтобы лучше стало на игре. Сам ты сказал о контрольных матчах, а у нас впереди еще 4 игры, и вот 19 числа играем уже с австрийским Штурмом. На твой взгляд, эти матчи смогут нам помочь перед Лигой Европы? Ну, конечно, я согласен, что надо с таким хорошим, серьезным соперником играть, потому что у нас такие соперники ожидают в Еврокубках. И, конечно, нам это будет показатель, сколько мы готовы к еврокубковых играх. Ну и последний вопрос именно о Лиге Европы. На твой взгляд, команда сможет достойно выступить в этом турнире и достойно представить Азербайджан в Лиге Европы? Ну, все, конечно, верим в хорошее выступление в Еврокубках. Я думаю, что наше преимущество, что 80% команды сохранилось, еще прибавили 3-4 хорошо новеньких игроков, и я уверен, что они нам помогут в Еврокубках. Спасибо большое, удачи. Спасибо большое вам.